Молча за человек стоит тут на непонятном языке мне тут. Он из Сербии, я. Брат, куришь? Возьми, брат, я тебе дам лампочку. Ако я тебе дам, возьми. Передо мной наши братья сербские. Сколько говорилось о сербских добровольцах, которые воюют за Новороссию, за славян-братьев. И вот они здесь находятся. Это район Никишина. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Бата, имя Радомир Почуча, позывной Гризли. Меня зовут Дьякон, он сербский. Да. Я пришел здесь из Нового Сада, город. Что вас привело сюда? Ну, да не было России, Сербия не бы постояла как государство. Но наши вязы есу вековне. Одна корова, одна вера, один род. Но наши братья пришли к нам в нашу войну, как добровольцы. Это наш долг, наши братья, помочь. Помогите, когда есть плохо здесь, в Новороссии, когда фашизм есть воскреснул. Воевать против истока врага, как при 70 лет. В Сербии, особенно прошлые демократические власти, так стремительно... Демократические власти. Да, да, да. Стремительно бежали на Запад. Кто желает людей у власти, у государства? Народ нет. Народ есть за Россию, за связь со своим братьем. Наш народ не желает приходить на Запад, в Европейскую Унию, потому что там нема души, там нема свободы. Там есть все корпорацийско, там есть все за деньги, там есть один бог. Деньги, money, новац, паре, как угодно назвал, доллары. Это один бог, коим они стреме, коего они поштуют. Да. Ну, дьякон, скажи, вот ты помоложе, да, по-моему? Ну, ты помоложе по возрасту, тебе поменьше лет, чем... Хорошо. Пока я видел, да, хорваты, нихови экстремисты, усташи, приходил за украинцы в батальон Азов, за мене не было другого избора, него да приступи в армии Новоруссии, да помогне своей братье. Jer знам, что су радили нама, Србима, ти исти Хрвати, и не желим да дозволим опет да страдају православци од них. Ми пришли здесь не воевать, не убивать людей. Ми пришли здесь берегить овој народ здесь. Ако есть нужно заменить свою голову за одно дитя из Донбасса. Ми как солдати, как бойцы, как... что наше имя на нашему руками показать. Желаем, как некогда сербские гусари, которые были здесь 1700 года. Овде есть было сербское государство, Славяно Сербия. Главный город есть был Славяно Сербск. Мы, как наши старшие, желаем частно воевать за свободу, за честь, за православие, за мужество, за все ono, что мы, как православные, желаем. Нормальную жизнь, любить свое и не дать свое. А наши братья есть в опасности. Но мы пришли здесь берегить народ здесь. Не застрелять, быть как Рамбо, как авантюристы, как... Мы пришли здесь бронить и чего другого. С Живковичем Братиславом в Москве встретился на митинге в защиту Новороссии. Он сказал, что в Сербии еще тысячи людей готовы. Ну, то есть... Больше.
Больше? Больше. Али есть проблем там, службы безопасности желает спричить людей приходить. Наша земля, наше государство есть под оккупацией западным. Там есть первый человек, который думал о всем. В Сербии есть американский амбассадор Кирби. Потом Майкл Девенпорт, амбассадор Европейской Унии. Это моя земля не свободна. Моя земля есть под оккупацией. Братья, я хочу вас поблагодарить от всего русского народа, большого, огромного, от конкретно жителей Донбасса, Новороссии, поблагодарить за то, что вы приехали, вы сделали Божье дело. Вы сделали, кроме земного дела, вы сделали большой шаг в деле спасения своей бессмертной души, каждый из вас. Спасибо вам. И поэтому дай Бог здоровья, чтобы ангел-хранитель вам сопутствовал, вам воинских побед, чтобы вы громили фашистов, как делали ваши деды достойно. Спасибо, Анна, этим словам.